Никита, Рита, ты видишь, что они делают? Вижу, папа. Что они делают? Они едят. Правильно, они едят. А что они едят? Они едят еду. Правильно, правильно, молодец. А какую еду они едят? Цветную. Правильно, они все едят цветную еду. Они берут свой цвет, готовят свою еду и едят ее. Пап, я это все знаю, мы же здесь уже были. Да, ну тогда мы были в одной команде. А теперь я предлагаю нам с тобой посоревноваться. Мы сейчас зайдем в группы к случайным ребятам и должны будем победить либо ты, либо я. Ты готова со мной сразиться? Готова. Еда одного цвета. Какой ты цвет выбираешь? Фиолетовый. А я красный. Пойдем. Я пошутил, я зеленый. Итак, ко мне пришла какая-то девочка Диди. А ко мне еще никто не пришел. А к тебе? Ко мне? У меня Уэнсдей была. Ух ты, Уэнсдей к тебе пришла, ничего себе. А потом ушла, осталось 14 секунд. Ребята, иди сюда. Кто-то там свалился, смотри, он там стоит, ходит. Девочка, давай, ко мне. Ой, и ко мне кто-то зашел, да. К тебе. Есть, зашли, все, ко мне вообще другая девочка. В другую команду, давай в радужную. Давай, давай. Конфетные локации, я здесь еще не был. Ю-ху! Погнал, только зеленая еда. Только фиолетовая еда. Только зеленая. Фиолетовая. Только зеленая. Ведь девочка с черной. Skittles. Фиолетовый, вау, ни разу еще такого не видела. Фиолетовый Skittles? Да. Ничего себе. Конфеты. Так, я помню, что нужно собирать какое-то определенное время, а потом идти готовить. Так. Да, я уже как можно быстрее больше собрала уже много чего. А почему у меня зеленая еда не собирается? Что за дела? Вот, вот она. О, какая-то мигающая зеленая еда. Не вся зеленая еда собирается, интересно. Какая-то подстава. Так, теперь здесь пиццы, пиццы, пиццы. А нет, это зеленые конфетки. Да девочка в красном, хватит меня толкать. Слушай, тут подстава, тележка подставы тут происходит. Подходит, нет, перетолкается. Да, вообще-то к радужной вижу еду. Так, зелененький какой-то. Печеньки. Так, розовая пришла тут не мешать. Все, собираю. А, тут девочка Диди, которая со мной, она тут уже кучу еды собрала, как я. Я надеюсь, вы не победите. Надеюсь, вы очень хорошо победите. Все, мне кажется, уже можно идти. Девочка, побежали, бежим. Идите, идите, идите. Меньше еды собрали, меньше приготовите. Это замечательно. Не, она пойдет готовить. Я побежу за едой. Ага. Давай, 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 бегай, бегай за едой. Побежи. Побежу. Так, минута осталась. Я думаю, пора начинать. Пора начинать готовить. А, у меня девочка там готовит уже. Отлично, пускай готовит. Ну, девочка, которая со мной, она что-то маловато всего сделала. Ё-моё. И она очень медленно готовит. Мы будем вдвоем готовить. А, нет, она села есть. Ничего себе, она что, самая голодная, что ли? Сидит и ест. Так, я уже почти набрала. Побольше еды чуть-чуть. Это хорошо. У меня не все время работает. А у тебя сколько еды? 41, еще у нас 55. Да, ну надо еще сколько приготовить. Девочка, ты что там сидишь? Ничего не делаешь. Еще го вместе готовить. Оно у меня не всегда срабатывает. Ё-моё, какая-то фигня. Так, все вместе быстро съесть, мы-то успеем. А вот вместе приготовить? Не факт. Все, так, у нас еще 36 секунд. Тут это фиолетовая команда? Да. Обалдеть! Рита уже там 30 наела. Девочка, быстрее, ешь, быстрее. Ты что здесь не умеешь? Что такое-то? Я начинаю хавать вовсю, ребятки. Надо успеть 17 секунд. 42. Риту догнать. Быстрей, быстрей, 27. Быстрее, быстрее. Девочка, давай, давай. Он уже почти вас догнал. Готовь же, готовь. Готовь, иначе я проиграю дочери. Готовь, 2 секунды. 43, 42, я всего черных не успею. Черная победила, тогда я буду в розовой. Как черная, 71 собрала, как это вообще возможно? Так я буду тогда. Как это вообще возможно? Ребята, как это возможно 71 было сделать? Что такое? Я, короче, в синюю иду. Все, я расстроился. Друзья, я хочу поделиться с вами радостной новостью. У нас появился наш магазин мерча. Пока здесь только находится 6 видов футболок, но каждую неделю будет увеличиваться их количество. Смотрите, здесь есть и футболки, и лонгслив, и толстовка 3D, и детская толстовка 3D. Если вам цвет, например, желтый не нравится, то вы щелкаете по футболке и выбираете тот фон, который вам больше подходит. Черный, красный, желтый. Также выбираете свой рост и можете заказать. Здесь же посмотрите, как футболка выглядит в реальности. Но это еще не все. С этим логотипом можете немного промотать и выбрать что-нибудь еще, прям с этой же картинкой. Например, детская толстовка «Хлопок». Здесь также выбираете свой рост и цвет, который вам больше нравится.
Вот как круто выглядит. И это, ребят, еще не все. Смотрите, школа. Здесь можно и тетрадки найти, и пеналы найти. И даже рюкзаки с нашим мерчом. Посмотрите, как он классно выглядит. Вот так, вот так и вот так. Ссылка на магазин в описании. Также можно просто набрать вот это слово papadochki.ru, и вы перейдете в наш магазин. Мне, кстати, очень нравится вот этот мерч. Папа и дочки оказались предателями. Помните, у нас была такая серия? Очень круто выглядит. Ребят, если вы приобретете себе такие футболки, вы получите не только эксклюзивную, уникальную, потому что таких не существует на планете Земля, кроме как в моем магазине, вы еще и поддержите наш канал. Продолжаем смотреть видос. И ко мне пришла Диди, которая с тобой играла. Ха-ха-ха, ты поиграешь, она ничего не умеет делать. Так, ладно, я выбегаю. И возвращаюсь. Ну какая-то девочка, которая про, она сможет все сделать. У тебя про, а у меня дочка Мальвина какая-то. У меня новая дочка. О, суши-бар. О, давай суши, да. Суши-бар. Ты с Диди проиграла. Я надеюсь, с Мальвиной я не проиграю. Так, телега, погнал! Только синяя еда. С Диди я проиграла, потому что она не умела готовить. И у тебя тоже никто не умел готовить. У меня проблема, потому что у меня еда так не набирается, как у вас. Вообще дикие какие-то количества. Рыбу радужную взял, суши радужные. Радужная рыба? Да, радужная рыба. Я забыла, какой у меня цвет, представляешь? Я тебе подскажу, красный. Я знаю, уже желтый. Да? Ладно, подсказка не получилась. Так, зачем девочка рядом со мной собирает? Моя. Привет, девочка, что ты так мало собрала? Ты чё, вообще что ли? Я... Быстро собирай много. Я в шоке просто. Так, надо собирать 2-3 цели, мы не успели тогда все приготовить. Так, так. Есть отличная красная рыба, красная брокколи, красная курица. Я застрял. Собрать все красное. Зачем, я говорю, красное здесь собирается? А у меня синяя. У тебя столько радужной еды. Да. Вита нахапала там себе, нахапанула. Хапуга ты. Ты явно хочешь меня победить, да? Конечно. А что, я хочу проиграть в парке? Ну ладно, первый раунд вообще нас с тобой победили. Только... Ой, уже 1 минута осталось, надо бежать. Беги, беги, беги. Так, все, я иду. Иду, мне хватит еды тоже, бегу. Идем готовить. Тут девочка-котенок, она готовит мало очень. Что? Эта девочка притащила чуть-чуть еды и возле тебя прыгает. Да ну нафиг! Готовь давай! Я пишу, готовь! Ха-ха, девочка, давай, привет, я дочка Рита, хочешь фотку? Она пошла к тебе, ну фотаться, офигеть! У меня ничего не готовится, ребята. Я уже 27 еды приготовила, а девочка ничего не ест. У меня какая-то фигня. Она пишет классный. Пишу, мы проиграем из-за тебя. 1 минута осталась. Еда не готовится. Готовь, пишу. Меня зовут Мальвина. При чем тут Мальвина? Готовить надо, чтобы победить. Рита, ты какой цвет? Я желтый. 57 уже. Девочка, быстрее, ребята, давай, я в шоке. Еду. Она пишет, мне 11 лет. Я напишу, я с тобой в команду больше не пойду. Так, лис желтый, мы бежим. Какой? У тебя вон 58, ты уже никак не опоздаешь. Тут 44 у оранжевой команды. У вас лучший канал во вселенной. Она пришла здесь просто говорить, что мы классные, что лучший канал. Все писать и не готовить совершенно. Ай-яй-яй-яй, спасибо, конечно, тебе за то, что ты нас похвалила. Есть, мы молодцы, так. Но мы проиграли. Ребятки, еще одна попытка. Надеюсь, в этот раз мне повезет. Так, я пойду к девочке Wednesday. Все, я с ней. Я в розовой команде. Давай Кэнди снова выберем. Мне очень понравилась эта карта. Давай, конфетки я люблю тоже. Ребятки, если вы любите конфетки, ставьте лайк. Погнали! У-ху! Розовый, я розовый. Боже мой, папа розовый. У-ху-ху! Так, ладно, собираем розовый. Ой, я забыла тележку взять. Ура! Ура, ура, ура! Всего лишь 7 секунд прошло, 6 секунд. Да, ты забыла тележку взять. У меня розового нету, чизкейка. Обалдеть. Подстава какая-то. Так, радужные жвачки. Я что, с этой Мальвиной? О, повезло тебе! Она подведет тебя. Ну ладно, я сама справлюсь. Она тебя очень любит. Она любит наш канал, она умница. Но она вообще не собирается с нами помогать нам. Тут девочка на меня наехала вообще и стоит на мне. Так, срочно собираю все. Вот девочка на папу наехала. Да, наехала на меня вообще. Все, помчали сюда, собираю здесь. Раз, два. Тут Ментос. Ментос, а я тоже какие-то штучки всякие собираю. Так, розовое это собрал. Жвачка.
Отлично, здесь розовенько. Печеньки какие-то розовые. Какие-то конфетки розовые. Еще розовые конфетки. Отлично, сколько времени? 2 минутки, еще хорошо. Так, собираем. Да меня толкают специально. Вообще, Уэнсли, давай. Ну какая-то красненькая девочка, она быстренько тут все собрала уже. Слушай, мы когда команда с тобой, мы вообще очень круто работаем. Да. А вот когда мы в разных командах, нам приходится полагаться на наших партнеров, которые могут нас подвести, что мы увидели. Да, и мы даже не знаем, кто умеет готовить. Да, все, я бегу в свою розовую команду, Уэнсли. Все, она начинает готовить, я буду сейчас ей помогать. Я в эту команду пойду. Все, у нас аж сколько еды? Много, 55. И мы начинаем готовить. Все, готовим, много, одновременно. Потом будем есть. Наконец-то у меня готовится. В прошлый раз я готовил, но мне ничего не готовилось. А теперь готовится. А, отлично. Сколько времени? Минутка. Все, пускай она готовится, я сажусь есть. Все, я пошел есть. О, ребята, я сейчас наемся розовой еды. О, вкусняшки. Ням-нямки. Почему я так долго ем? А, потому что я готовлю, балдерс. Я сейчас готовила, не ел. Вот я лопу. Ну пока я, кстати, ты какая команда? Я твоя, вон, задняя. А почему еще 0? Как это? Так я не ем. У тебя опять небольшой пролет, да? Ну слушай, а я впереди всех, наконец-то! Так, ем. Мне 21 минуту надо съесть, 34 секунды, быстренько, по поточке, давай! Кушай, ням-ням, 45, я думаю, меня уже никто не будет. Рита, какая? Фиолетовая, 25, ты одна ешь 25? Слушай, так ты даже лучше, чем черная, зеленая и желтая команда. Поэтому ты одна. Это малина куда-то убежала. 70! Ну, вряд ли нас догонят, ну, конечно, слушай, 7 секунд. Мы победили! Розовая команда победила! Ю-ху! Давай, ура, молодцы! Ритуля, ну и как мы с тобой сыграли? Очень круто, сначала победила я, потом победил ты. Классно, да, мы справились с тобой. Но с самого начала не победил никто. Да, потому что мы только тренировались, мы были еще не сильно голодные. Ладно, все, ребята, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, всем хорошего настроения, всем пока-пока. Пока!